дня позади. Время подводить итоги. Перед красочным закрытием официальная часть. Представители 15 секций поочередно рассказывают о плодах стараний. Какие проекты родились во время семинаров и круглых столов? Как студенты будут заниматься их реализацией дальше? Как найти поддержку властей в той или иной сфере? Ответы на эти и многие другие вопросы выступающие отразили в своих докладах. Кульминация отчетной части – выбор города для следующего форума. Через 2 года студенты отправятся в Екатеринбург. Мы сегодня говорим спасибо Ростов-на-Дону. До встречи в Екатеринбурге. Хотел бы всем вам пожелать, чтобы вы никогда не успокаивались, чтобы вы всегда достигали своей цели, двигались к этому уверенно и всегда на финише были первыми или, по крайней мере, среди лидеров. С праздником вас! Спасибо вам! Всего самого доброго! И, наконец, торжественный концерт. Творческие коллективы из разных вузов Ростова зажгли на сцене ДГТУ. Среди них наш театр танца «Беспредела» и «Дэнс-мастер». Во время праздника участники забега получили заслуженные награды. Лучших определили как среди парней, так и среди девушек. Главная тема форума – 70-летие Великой Победы – нашла отражение и на закрытии. В память о героях каждый человек поднял вверх горящую свечу. Кроме того, волонтеры пронесли георгиевскую ленту, которой зрители прикасались как к святыне. Форум закрыт. До нового съезда студентов еще 2 года. Виктория Суворина, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ.